Где же я появился? А, сегодня я попытаюсь пройти Майнкрафт в мире из заросших пещер. Итак, я появился и теперь могу искать мое первое дерево. Я вообще его тут найду. Как вы можете увидеть, этот мир просто полностью состоит просто из каких-то заросших деревень. Ой, стоп, каких деревень? Что это такое? Стоп, я взял просто какую-то штуку и потушил ей лаву. Это вообще нормально? Так, это вообще нормально. Я сейчас просто копаю глину. Сейчас взял 4 штуки этой глины. И из нее просто можно скрафтить этот блок. Это вообще, ну, присутствует здесь логика. Зачем это Майнкрафт вообще сделал? Я не понимаю там даже свою логику. Я зачем-то добываю гравий. Хотя, думаю, что его я больше не встречу. Как будто это какая-то важная вещь. Хотя я только что его встретил. Наконец-то! Первое дерево. За все эти 5 минут я нашел первое, наконец-таки, дерево. Я его могу спокойно добыть. Ура! И я уже все это добыл. В принципе, сейчас я озвучу, для чего я выживаю в этом мире. Моя задача — найти алмаз, построить дом и найти любую для меня структуру. На данный момент я сейчас хочу найти алмаз, но для начала мне просто нужно осмотреться. Я хочу проверить, есть ли тут вообще деревня в этом, в принципе, собственно говоря, биоме и мире. Создаем первый верстачок, создаем кирочку. И как же я мог пройти без уголька, которого я только что сейчас увидел? Надеюсь, там что-то будет сейчас интересное. Я добыл очень много уголька, поэтому сейчас буду просто добывать камушек. Мне кажется, нужно скрафтить печку, потому что мы уже добыли уголька, а нужно найти еще железка. Прошло уже куча времени, я копаю шахту, и пока что... В смысле? Это что, реально? Это железо? Ура, это первый железо добываем его, и там еще лазурит. Что за бизнес? Что за бизнес? Что за бизнес? Что за бизнес, сука? Кто-то мне может объяснить, почему я постоянно теряю свои верстаки? Просто они не теряются, блин. И наконец я могу скрафтить свою первую печку, поставить ее сюда скромненько, положить туда уголька и железка. Для вас оно переплавляется быстро, а для меня медленно. Итак, сейчас я могу взять свой уголек. И, в принципе, знаете, что я скрафчу? Мне нужен щит, потому что если я встречу всяких мобов, то он мне очень поможет. И как же все-таки без нашей железной кирки? В общем, я нашел вот такой проход. Там, получается, идет шахта. Я боюсь туда подниматься, потому что вдруг там меня сейчас хапают монстры, а я играю на нормальном режиме. Поэтому, мне кажется, нужно аккуратненько сюда пробраться. И моя первая, вернее, вагонеточка. Сейчас посмотрим и залутаем ее. Тут неплохие ресурсы, в принципе. Лишнее железо, конечно же, не понадобится. Потом из нее можно сделать, потом будет брать. И, в принципе, я копал очень много, пока не нашел новое золото. И когда я начал убираться обратно, произошло это. Так, надо пожрать, у нас голод потихонечку тут, ну, извращается, можно сказать. И выбираемся отсюда. Я думаю, сейчас куча алмазов найду, потому что, ну, в принципе, это шо... О, блин, отходи, зомби, отойди. О, пошел, что это, кто это, кто? Смотрите, кто меня ударил? Как это возможно? Одно полсердечка. Нет, я не могу никак ходить с этим голодом, поэтому придется поесть. Даже поесть, потом будет гнилую плоть. В принципе, я поставил немного переплавляться всего вот этого, скрафтил себе топор и могу, в принципе, идти. Потихонечку у меня пополнилось мое здоровье. Пока интересного я тут ничего не нахожу, в принципе. Только тут какая-то лава, я не знаю, как я сейчас через нее пройду. Наверное, как-то будет, надо будет аккуратненько через нее пройти. Поставим вот так сюда вот бедрок, или бедрок, какой бедрок, это камень поставим и аккуратненько пройдем. Кстати, тут имеется железо, я потом его добуду. Так, что это? Алмазы! Их тут 2, ура! Первое задание выполнено, алмазы найдены. Чё, откуда мне возьмись? Крипер, уходи. Опять мало хп. О, тут, кстати, ребята, красиво, в принципе. Чё, кто меня ударил? Там два. Все, я труп. 1 сердечко, 2 скелета. Как? Что? Нет, блин. В смысле, это как? Они дерутся быстрее. У меня стрела в голове. Быстрее. Пока не занято. Фух. Сейчас я чуть не потерял все свои вещи. Жесть.
Вы думаете, мне так удобно? С головой. Стрела у меня в голове. Вы думаете, так мне удобно, да? У меня оставалось 1 хп. Мне кажется, это самый рискованный момент в моем Майнкрафте, когда-либо, когда я играл, был. Чтобы я спасся именно. Сейчас я очень аккуратно копаюсь, потому что у меня 1 хп. Одно малейшее движение или неаккуратное, я просто умру. Кстати, ребята, посмотрите, какой красивый вид. Это я просто, когда выбирался, я наткнулся на эту пещерку. Какая красота, блин. Наконец-то я на свободе. Стоп, а что это вдалеке? Это что, разрушенный адский портал? Опа. Так. Смотрим. А, да, это он! Ура, мы выполнили второе задание. Структура найдена. Какая-то красота майнкрафтовская. А в сундуке реально хорошие ресурсы, чтобы мне, в принципе, выжить и есть что-то. Я скрафтил 2 ведра воды и 2 ведра лавы, чтобы, в принципе, соединить лаву и воду. Получается, будет обсидиан, и я смогу достроить портал. Ох, пойдет сейчас возня! Ох, сейчас возня пойдет, блядь! Ничего у меня не получилось, я наоборот сделал только хуже. Что ты лысый, плаки-плаки или нормалдаки, нахуй. Пропадите пропадом, убирайтесь вон, подлость, гадость, преступники, ненавижу вас. Я ненавижу вас, я ненавижу. Ненавижу то, что я не могу нормально сделать обсидиан. Почему я ничего не могу, хотя я в Майнкрафт играю 5 лет. Чтобы залезть это горе, я скрафчу себе тогда шлем железный. Найс. Я чуть не упал, какой найс, блин. Я чуть не упал, я чуть не умер, блин, опять. Второй раз или третий уже, ёкарный бабай. Ох, какие же в Майнкрафте красивые виды, блин. Какие же в Майнкрафте красивые виды. У меня, кстати, имеется мое недоработанное дерево. Я сейчас хочу его потихонечку перекрафтить, чтобы, в принципе, себе создать необходимые всякие палочки и верстаки. Плывем навстречу всяким там островам. О, тут первая живая сущность. Живая, нормальная, мирная сущность, которую я первый раз заметил в этой игре. А, что ты? Так, ты ничем не торгуешься? Ну, ладно, хорошо. Что ты, лысый? Плаки-плаки или нормалаки? О, спустя кучу времени я наконец-таки нашел вторую структуру. Это еще один разрушенный адский портал. В нем были неплохие вещи. Спустя кучу времени я, в принципе, теперь осознал, где будет мой находиться дом. Здесь будет мой находиться дом. А еще тут плюс в том, что тут есть быстренько добыть можно дерево. Ура! Тут аж этих деревьев целых 2, блин, тут их надолго хватит, можно сказать. Дом у меня будет, можно сказать, каменным. И если вы подумаете так, что он будет реально вонючим, то вы ошибаетесь, потому что я строитель нелегальный. Могу вам показать спойлер, вот так он пока получается, конечно, может верхнюю часть я немножко уберу, потому что пока это хрень какая-то. Сбегал в местную расщелину, чтобы добывать немножечко камушка. И строим дальше наш любименький домик. И как я говорил, сносим вот эту вонючую часть. Крафтим лопату и... Ох, пойдет сейчас возня! Ох, сейчас возня пойдет, блядь! В принципе, пол получился не такой и плохой. Крафтил себе новый сундучок и положу сюда свои ненужные вещички. Сразу появилось облегчение, потому что у нас появилась новая дверь. И еще сейчас появится облегчение, когда будет крыша над головой. Еще сейчас появится облегчение, когда будет окна с головой. И я как много искал этот песочек, наконец-таки я его добыл. Ой, потоп. О, печа новая появилась у нас. Ох, как свежо, как чисто, прям вот много ресурсов всяких валяется. У нас наступил день, а значит, у нас переправились мои окна. И можно, в принципе, их переработать в нормальные окна. А еще забыл сказать, я переплавлял мое золото, потому что я его добыл, но, в принципе, чтобы было, может выйдет вторая часть. Я сделал крышу, но, знаете, хочется какой-то эстетики, поэтому я сделаю еще каменную крышу. А поэтому немного добуду себе камушка, он лишним не будет. И, в принципе, мой самый красивый дом, ну, именно в этом мире, в принципе, готов. Он реально, в принципе, компактный, красивый, маленький, шикарный и уютный.
Может быть, как в первобытные времена, а так, в принципе, норм. Пожалуйста, оцените его в комментариях, буду рад почитать. Ну, а это все, я с вами прощаюсь. Если это видео наберет где-то 10 или 30 лайков, то я запишу продолжение. Ну, если вы будете, конечно, в комментариях писать. Ставьте лайки, подписывайтесь, пока. И с вами был я, конечно же, с вами Ханзи.